Сегодня 13 июля 2022 года, около 17 часов 40 минут, водитель 1983 года рождения, управляя мотоциклом БМВ, двигался со стороны города Калининграда в сторону города Зеленоградска. В поселке Муромская, улица Центральная, вблизи дома 7А, совершил наезд на 9-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть справа налево по ходу движения мотоцикла. В результате ДТП пешеход был доставлен в медицинское учреждение города Калининграда. Интересное повреждение. На месте работает группа СОП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.